Всем привет, друзья! Хочу попробовать я сделать полую вазу из данного полена. Чтобы сделать ее полую, мне пришлось ее расколоть для того, чтобы потом склеить. А расколоть мне ее пришлось для того, чтобы выбрать тут под вазу, то есть внутренность, а потом склеить по этому шву и запустить в станок. Будем выбирать. Друзья, вот что получается. Моя сердцевинка выбитая. А вот эту мне еще предстоит выбить. Я перышком насверлил. Циркулярочка еще помог немножко. Но это так, чтобы сильно не вспотеть. Хотя и это было сделать непросто. Но буквально вот одним резцом. Пробивается дырочка посередине. Это будет наш верх вазы. Но здесь видно, я не высверливал, здесь будет дно. То есть нам надо получить вот такой желобок, а потом это все склеить и точить. Значит, вот таким вот образом я это дело выбивал. Нелегкая эта работа — тащить бегемота из болота. Это уж наша работа, поэтому будем выбивать. Вот перо с циркуляркой помогло мне сразу, начинают кусочки какие-то выпадать. Видите, вот так это все дело выковыривается. Буду сейчас склеивать. Такая акустика появилась. Можно барабаны делать. Реально, как акустический стол. Кувшинчик. Сейчас нужно это плотненько так сжать опять по трещинкам. И склеить этот пенек заново. После чего мы вставляем в токарный станок. Ну вот, друзья мои, старый добрый способ стягивание при помощи шнурка работает и по сей день. Завязал шнурочек и шилом или спицей какой-нибудь закрутил это и зафиксировал. Клей просочился так, что половина вытекла. Так, в принципе, и должно быть. Вот, здесь я шилом это сделал, зафиксировал. А здесь таким напильничком, скажем, от цепной пилы. Но теперь ждем
склеится. Буду устанавливать станок. Вот что у нас там получается. Вот так вот где-то у нас идет дно. Внутри более пустотелое. Здесь кверху заужено. Будем точить по высыханию. Выправил я болтанку, значит, можно работать. Сейчас я буду придавать вазе вид. Ну вот теперь, я думаю, можно дать побольше оборотов. Для этого я откручиваю винт, попускаю мотор. И перекидываю ремень. Здесь как раз нарываюсь на сучок. Вот он. И нужно мне его сбить. А потом дальше уже делать закругление. Вот, торцанул я немножечко вот так вот дно. Полено трухлявенькое. Но ничего, если ножи острые, то поддается. Я хотел сделать ножку чуть пошире, но пришлось ее немножко заузить из-за этого сучка. Он сейчас гладенький, так как
пенек трухлеватый, то по-любому придется потом еще наждачкой проходиться. Сейчас я заужаю вазочку и буду выходить потом на горлышко. То есть сейчас я снимаю вот эту вот часть, горловину. Ну что, поспешил я немножко, и получилась у меня здесь дырка. Но я сделаю тогда ее в своем репертуаре. Придам ей немножечко трещин и отколов. Здесь я попробовал шлифовать. Вот такая вот у меня наждачка на войлоке. Очень неплохо получается. Для первой пробной пойдет. Потом, конечно, я все нюансы, которые я понял сейчас, я буду избегать. Но мне даже нравятся вот такие вот вазы, которые вот представляют собой какую-то старину. Сделаю здесь такую дырку резаками и прорежу трещины. Короче, сейчас посмотрим, чем это закончится. Да, и хочу показать, как я вообще ее установил. Сначала хотел оставить ее на планшайбу, но боялся. Здесь дно просто на трезубец этот. А вовнутрь я поставил полено, которое прям до конца и упирается. Так что, когда я здесь проточу, это полено отсюда вылезет. Вот и вся конструкция. Значит, шлифую ее и вырезаю. Приступаю я к резьбе, вернее, уже приступил. Вот из этого я хочу сделать такие вот дырочки. Разбилась ваза, старая. Потому что вот что у меня получилось внутри. Вот, это щепочки, которыми я с каплей клея поджимал вот такую вот деревяшку. И на нее оказался у меня центр задней бабки. Вот кувшин. Значит, вот это центр задней бабки.
вот передняя бабка. Это резачком я уберу. Спокойнее. Значит, вот начал я резать. Вот. Сделаю ее, как будто ее собрали из частей. Я думаю, будет оригинально даже смотреться. Вот резачком тоже поработаю. Сглажу сейчас. Будет очень красивая, я думаю, ваза. Друзья, вот, пожалуйста, вазочка получилась даже как задумано. Оригинально. Также, по ходу, я снимаю очередные розочки. Это заготовка на розу, будет третья. Значит, будем делать ее с цветами. Будет ваза и букет роз. На этом я откланяюсь. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Вазочка высотой получается 23 сантиметра. Глубина 19. Это получается 4 сантиметра идет донышко. Нормально. Отлично. С розочкой.